Хай, всем всем чё, добро пожаловать в Assassin's Creed Syndicate. Агась, что ты творишь, дебил? С ума сошел. Так, опа. Вот, сегодня будем играть, но сегодня не будем проходить сюжет, а будем проходить всякий сайт-квест, собирать коллекционные вещи. Короче, если вам это не интересно, то есть, ну, я хочу еще убийство расследовать сейчас. Мне кажется, это будет достаточно интересно. Вот. То есть, если вам будет неинтересна эта серия, можете даже не смотреть. То есть, по сюжету я не собираюсь проходить сегодня вообще ничего. То есть, тупо вся всякая дополнительная фигня. Вот. Так, что это такое? А! Это же то место, где мы были. Точно. Ну да. Это же... Нет. Хранилище Мишеля Ружа. Да ну, Мишеля Ружа не может быть. Ты ведь не знаешь, кто это, да? Даже близко. Он был ассасином. У отца была его книга. По легенде, он нашел клад близ Бата и сошел с ума. Он спрятал клад в хранилище под Лондоном, и отпереть его можно было лишь с помощью музыкальных шкатулок. Музыкальных шкатулок? И кто тут безумен? Так, музыкальные шкатулки. О! Так, интересно, секреты. Что здесь секретов тут? Так, это очень интересно. Что нам делать-то надо? То есть нам надо находить значки ассасина. И потом можно открыть эту фигню. Интересно. То есть, окей. Я понял. То, чтобы вот это получить, надо искать другие... Окей, ладно, я понял. Так, я вернулся. Погнали. Расследовать преступление. Надеюсь, это будет, правда, интересно. А? Да. Энри единственный человек, который сидит... Захватывающая история. Ест видео. Прямо для мира преступлений. Профессор умирает дважды. Вдвое загадочнее обычного. Продажи взлетят. Обо мне заговорит вся... Вдвое загадочнее обычного. Продажи взлетят. Обо мне заговорит вся страна. Да, ну окей. Дом Бинго. Да. Вот, походу, и труп. Так. Что-то косаки. Так
Интересно. Ну, начало давайте деталям. Так, все. Смотрим записочку. Ладно. Там огонь. Дерево. Почему-то выделяется. Это странно. Так. Интересно. А еще выше есть. Паук? Игрушечный. Мертвый паук. Странно. Коробка. Стоит еще раз допросить подозреваемого. Так. Стоит еще раз допросить подозреваемого. Так. Нужно задать еще пару вопросов. Тут больше всего интересного. Окей, погнали вниз. Ой, боже мой. Я и как-то начал. Если вы икайте, говорите не икай. Точнее, вот. Если сейчас икайте, я вам скажу, не икай, и все, ты больше не икаешь. XD. Это так ужасно. Профессора не стало всего несколько дней назад. А сегодня я услышала стук в дверь. Открываю, а там он весь в крови. Хотел что-то сказать, но упал и умер. Опять! О. Принесли несколько дней назад. В нем была статуя. Красивая. Африканская. Но профессор сказал ничего особенного. Не знаю от кого. Паук? Лучше убрать его отсюда. Эммет их до смерти боится. Он повторял «Бакеса, Бакеса» снова и снова. Что это значит? Действительно. Немыслимо. Он был гений. Мы еще в трауре. Его вчера похоронили в фамильном склепе. Сейчас мне не до завещания. Конечно, отец и моя невеста не слишком ладили. Но я уверен, что позже, став одной семьей, они бы подружились. Мой отец был известным антропологом и исследователем. Он сделал себе имя, изучая обычаи небольшой деревни. О, котейка. Коллеги часто присылают ему свои находки из разных стран. Котик. А, пошли дальше. Окей, интересно. Интересно, интересно, интересно. А я могу за Иви играть? Нет, не могу. Ну ладно. Заяви, интересно играть. Интересней. У меня скрытность лучше. Угу. Там трое? Ничего себе, в общага. В первую очередь смотрим. Так.
Так. Фунтов. Как на кладбище. Мы даже там не были, он уже знает. Изображение паука. Что его укусил паук, и все. Возможно, кто-то знает об этом что-нибудь еще? Возможно, кто-то знает об этом что-нибудь еще? Там наверху есть еще вещи, надо будет посмотреть. Нужно узнать об этом побольше. Вот мой сундучок. И полно всего. Что еще съесть с животом? Стоит еще раз допросить подозреваемого. Спрошен. Антропологию покинул блестящий ум. Он совершил революцию в науке. Смею надеяться продолжить его дело. Я недавно ездил в Африку, продолжал изучение племени аборигенов, обнаруженного профессором Бингом. Которое? Мне сложно читать, я где-то потерял очки. Окей. Выдающийся человек. Он написал множество трудов. Вряд ли кому-то еще удастся собрать столько знаний. Тема моей работы. Мои коллеги из Южной Америки говорят, что этот вид встречается только в боливийских Андах. Удивительный объект. Я просто возмущен. Редкий образец. Я изучал этот вид много лет. А несколько дней назад он сбежал из-за моей бестолковой помощницы Вирджинии. Понятно. Хороший человек и не бедный. Если бы он был жив и смог благословить наш с Эмметом брак, вы все же узнали. Некоторые профессора покупают трупы для своих исследований. Увы, этого никак не избежать. Мне жаль это слышать. Вы не знаете, успел ли он внести изменения? Мне еще ничего не говорит сейчас. Да, кажется, что близко, а оказалось так далеко. О, как он давно далеко-то, а? Та-т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 а. Так, тут есть много интересного. Насчет как запчасти. И даже цветы. И еще немножко лута. Так. Тут четыре улики. Окей, я вижу, по крайней мере, три уже точно. Четыре, все, я все вижу.
Так, пальто. Еще одна записка. Даже деньги. Стоит еще раз допросить подозреваемого. Так. Теперь нужно расспросить вот об этом вот других. Интересно. Так. Так. Это кто-то из университета. Его видели живым? 35 лет копаю могилу, но такое первый раз. Трупы продавать? Вот еще. Я бы в тюрьму загремел, если б меня поймали. 7 гинеи — это куча денег для такого, как я. Я не транжир и откладываю на черный день. Ну да, я приторговываю трупами. Кушать-то хочется. Я взломал замок, вынес тело и оставил за склепом. В темноте я толком не видел. Вроде кто-то пришел и увез профессора. Там было грязно, и следы колес остались. Я сам видел, как сын запер склеп. Так. И где эти следы? Рысью! Опа, им. Следы грязи. Так, интересно. Куда сюда, да, идут? Так, ого. Ты что, полный улик? Крыша? Так. Да. Уж. Демоны. А вот и маска, походу. А тут, наверное, инструкция. Вытечь. Опа, чувак, ну ты попал. О, чувак, о, ну все, ты попал. Так, а я могу посмотреть кого-то? Нет. Тут не написано люди, с кем могу поговорить. Ой, чувак, о, ну. Чак, ну ты попал. Ты, возможно, реал попал. О, все. Это, наверное, он. Да, это мой. Я потеряла точно такой же, кажется, на похоронах. Такое горе.
Ну, это тот чувак, по-любому. Нет, а вот этот наверху, который. Потому что... Ну, если он потерял очки, очки там валяются. Мне нужны были его знания, чтобы стать лучшим антропологом Честно. Британской империи. А его любимые дикари подсказали мне метод. Профессор Сайлос такой жестокий золотой. И хитрый. Какой? Мистеру Реймонду понравится. Смотрите, какой я. Смотрите, я аж Подождите, я хочу посмотреть, как я буду. Смотрите, я прям... Плям-плям. Убить. Прикольно. Так, смотрим, что у нас сегодня еще интересного можно будет сделать. А поезд там не интересен. Эти задания мне нельзя делать. По определенным причинам. Так, можешь пойти тут почистить сиротейшн. Или еще одно преступление раскрыть. Why not? Нет, это достаточно прикольно. Вот эти преступления, они такие. Ну, мне слегка нравится. Смотрите, все такое, знаете. Такого оттенка в помещении. Интересно. Прошу вас! Прошу! Туда, в ту сторону! Ай-яй-яй-яй-яй, тырить еще нельзя. Чё мне куда туда? Мы получили еще одну единицу навыка. Найс. У меня уже 7 доступно? Когда я успел? Ничего себе. Я-то думал. А, ну чё мне прокачать-то интересного? ХПшки или сил? Ну почему бы и нет? Мне надо еще 10 единиц, чтобы покачать уровень на следующее. Ну чё, гон на следующее преступление. Ноль процентов. Рекомендуемый уровень 8. Вот так вот. Я как Шерлок, смотрите, я реально как Шерлок. Это что, машина? Мне казалось. Да, вот эта технология. А зачем? Там все близко, там сквозь дом пробежать и все. Даже сквозь двор. Мне лень это делать. Мир за землю. А, надо было за Иви поиграть. Ладно. Я столь гениально описал это дело, что Перлок Паблишинг выложили крупную сумму. Но следующая вещь будет еще лучше. То есть тут ничего такого нет? То есть все произошло наверху. И тут ничего такого интересного нету, да? Ну нет, тут чувак стоит, то есть мы будем разговаривать. То есть сначала надо смотреть труп, а потом все остальное. Я понял. Ну да. Так, в общем, и есть. Так. Вообще ничего нет. Странно, чувака завалили.
Так. Обычный день свет не включается. То есть, может, кто-то что-то пропихнул сквозь вентиляцию? Я это что-то не вижу, окей. Так, надо вернуться и все разузнать. Возможно, кто-то знает об этом что-нибудь еще? То есть, через вот эту вентиляцию чувака убили, я понял. Вот-вот-вот, я говорю про это как раз. Что, возможно, взломали именно... А, это уже следующая территория, да ничего себе. Я экономка, но мистер Кашан был мне другом. Утром я подаю ему кофе. Сегодня дверь была заперта. Мой муж смотритель дома, мы живем внизу. У нас есть ключи от всех квартир, поэтому, когда никто не ответил на стук, я вошла и нашла его. Мистер Кашан был музыкальным критиком. Очень успешный был человек. В доме не было света. Муж решил не тратить свечи, поэтому мы рано легли спать. Странно, если правда, но... Так, сначала расследую. Что у нас? Ну, это понятно. Может, свет отрубили специально, и кто-то из этих двух что-то сделал. Ну вот потом выяснить, кто именно. Однако, об этом тоже стоит спросить. Угу. Вешалка. Однако, об этом тоже стоит спросить. Подумал. Он прямо так освещался. Осветился. Вот такой, прям такая фигня над ним. Да. Я проводил в подвале свои опыты. Да вот ведь случай. Он наш сосед, часто возвращался со своих концертов на веселе и горланил, что есть мочи. Жена моя злилась. Это ноты мистера Голдена. Милейший человек. Мы его пускаем в квартиру днем, пока работаем с женой в магазине. Он любит здесь репетировать, тут светлее. Я химик-любитель. Хенман разрешил мне ставить опыты в подвале. Кашан был ценителем женщины, это правда. Чё, он я ему немного завидовал. Ха-ха! Стоит еще раз допросить подозреваемого. Мистер Кашан мертв? Я его вчера видела. Он был здоров, как бык. По-моему, он слишком много внимания уделял жене смотрителя. Позор, стыд и срам. Они встречались чуть ли не каждый божий день. Когда погас свет, мистер Голден ходил по этажам и раздавал всем свечи. Он очень милый. Вечером я вязала в кресле. Потом почувствовала слабость и открыла окно проветрить. Но ничего не слышала. Вот двое подозрительных чуваков. Я не знаю, они самые подозрительные из всех. Все так.
Окей. Interesting. Так. Вот. Опа-на. Так. Это интересно. Это интересно. Очень интересно. Однако об этом тоже стоит спросить. Подожди. Так. Ну что? Мы оба работаем допоздна. За 2 года, что я здесь живу, мы встречались лишь пару раз. Я зажигаю их во время концертов для настроения. Я вчера давал концерт в пользу безработных музыкантов. Десятки зрителей могут это подтвердить. На время. Так. Вот сажа. Надо вернуться и все разузнать. Ну тут вот говорю чем-то вот. Надо вернуться и все разузнать. У них чешу свободно не висят эти ключи. Использовала свечи. Надо вернуться и все разузнать. Мистер Кашан убит? Трудно поверить. Он был такой тихий. Днем писал у себя в комнате, по вечерам ездил на концерты. Наверное, родни нет. Вчера утром я чинил пюпитр мистера Голдена, вот и забыл ее. А он зашел мне ее вернуть. Я отвечаю за содержание всего дома. Работенка бывает грязная. Вот только что возился в подвале. Газ отключился вчера, но я в этом мало понимаю, сам не... Сложно. О, сейчас немножко сложнее все. Вот этот чувак слегка подозрительный. А вот этот тем более. А, да, осторожно, это опасная штука. Взрывается при нагреве. Да, ну. Прям все собрал. Это немножко сложнее, чем... Это реально сложнее, чем я думал. Чё там?
Я хочу информацию этих людей посмотреть, что они там. Та соседка жертвы. И это просто такие описания и все. Инструменты. Я хочу просто посмотрю на все эти. Так. Везде белые свечи. Вот, наверное, тот чувак снизу все-таки. О, да, это он. Он уничтожил целый оркестр. Вот музыка. Не спрашивайте, я отсюда догадался. Просто по маленьким фактам. Думаю, с этим делом не все так просто. Попробую разобраться. Вот. Вот я и говорю. Это достаточно легко. Ну, кастета, найс. Давайте посмотрим, как они выглядят. А не туда. Ух ты. Я могу это использовать. Вот, народ, это легко. Легко достаточно. Вот реально. Я даже особо с ним даже не напрягался, конечно. Ну ладно. Не, есть игры, да, про Шерлока. Надо будет поиграть в них, потому что загадки я, по крайней мере, могу разгадать. По крайней мере, у меня это получается. Мне это, по крайней мере, получается. Орешка, ты куда? Подрастешь, приходи к грачам, будет работа. Как бы слегка школьников свою банду пригласить. Я не знаю, может сейчас еще побегаем, посмотрим задание. Просто сейчас вот это как... Иди по просто. Да, ну и ты тоже, все. Идите в пень. Поглядим, что у тебя внутри. А полиция за меня. А полиция за меня. Так, что у нас за задание теперь это тут? У нас ничего такого нету, хотя... О. Ого, то за головами, погнали. Why not? У нас 39 сейчас минут, да, идет. Вот, до 45 минут сойдет. Кстати, недавно вышел третий апдейт. Ты чего? Говори, где Бронсон? Говори, где Бронсон? Помоги! Ой. Вышел третий апдейт Мафии 3. Посмотрим, что они... О, потому что это финский флаг. Посмотрим, как они ее улучшили, эту игру. Потому что именно в плане... Ну... как там... В плане статистики этого... Могу поменять ее? Вот. Ну, по обновлению... Игра идет сейчас немножко лучше на всех компах. То есть они улучшили немножко систему, и все рендерится, как я помню, немножко быстрее. Посмотрим, как это будет, насколько быстрее и лучше они это сделали. То есть сейчас игра должна глючить еще меньше, чем глючила раньше.
Боже. Он кто? Расходимся! Где-то тут должен быть открытый вход. Ищите! Ловимся и сожжемся к чертям! Раз власть не учит грамоте таких, как вы, пусть не читает вообще никто! Ищите! Эй! Не звука и будешь жить. Эй! Ты чего делаешь? Я занят! Тише, мистер Фаулер. Спокойно. Ты же меня отпустишь? Не раньше беседы с сержантом. Я знаю, я был так зол и хотел, что... Эй! Ты чего делаешь? Я занят! Тише, мистер Фаулер. Спокойно. Ты же меня отпустишь? Не раньше беседы с сержантом. Я знаю. Насчет сгоревших типографий. Дурацкая затея. Зря я это задумал. Не выдержал просто. Я был так зол и хотел, чтобы все это прочувствовали. Время заткнуться! Завещание-то у тебя есть? Ух!